В сегодняшнем видео мы хотим рассказать об одной натуральной подкормке, которая улучшит состояние наших огуречных посадок. Приготовить ее очень просто из самых доступных ингредиентов, которые наверняка есть у вас под рукой. Итак, 10 капель нашатырного спирта разводим в 10 литрах воды, после чего добавляем по одной щепотке сухой горчицы и молотой корицы. Полученный состав используем для корневого полива огурцов примерно один раз в 3-4 недели. На один куст уходит около полулитра удобрения. Нашатырь содержит азот, вещество, отвечающее за рост и развитие растений. Он помогает увеличить зеленую массу, образовать мощные корни, нормализовать процессы, происходящие в клетках, и повысить урожайность культур. Горчица изгоняет с огорода опасных насекомых-вредителей, покушающихся на ваши посадки, а также останавливает распространение некоторых заболеваний. Что касается корицы, эта ароматная специя обладает антисептическими свойствами. Она способна обеззаразить грунт, помочь восстановиться после стрессов, вызванных неблагоприятными условиями окружающей среды, укрепить иммунитет, повысить защитные силы и устойчивость к жаре и засухе. Увеличить количество новых завязей и благотворно повлиять на вкус и размер будущего урожая. Такое органическое удобрение не содержит опасных химических составляющих, поэтому не способно навредить человеку или окружающей среде.